Поезд имеет две цистерны водохранилища, усовершенствованные насосные установки и дизель-генератор увеличенной мощности. По словам специалистов, модернизация коснулась практически всех систем поезда, причем акцент сделали именно на автоматике. Для облегчения работы личного состава есть определенные приспособления, которые просто, что мы делали, например, механически или вручную, здесь уже есть механизм электротали, всевозможные там приборы измерения уровней и так далее, которые позволяют, в общем-то, минимально затрачивать человеческие вот эти ресурсы для того, чтобы все это контролировать. Кардинально обновился и сам головной мозг поезда. Контроль за всеми системами и приборами осуществляется в автономном автоматическом режиме. И все данные проходят в режиме реального времени. Процесс значительно облегчился в новом подвижном составе. Значит, сейчас достаточно включить пару кнопок, чтобы обеспечить отопление вагонно-насосной станции и обеспечить отопление, значит, вагонов ЦВХ. Кроме этого, учли и пожелания дежурного караула. Для более комфортной работы состав оборудовали системой кондиционирования, горячим и холодным водоснабжением. В настоящее время поезд аттестован как аварийно-спасательное формирование постоянной готовности.